Лето 2019 не балует ивановцев теплыми деньками, так что открытые тренировки на площади Пушкина – возможность не только развиться физически, но и банально согреться. В минувшую субботу все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по зумбе. Зумба – это фитнес-тренировка с латиноамериканскими танцами под музыку, под ритмы латиноамериканских ритмов. Все это складывается в одну крутую энергичную танцевальную тренировку. Получается крутой результат, сжигаются калории, настроение поднимается до небес. Запомнить движение за тренерами и повторить новичку несложно. А если заниматься регулярно, рассказывают участники со стажем, зумбы не только тренирует и держит в тонусе, но и развивает пластику, чувство ритма, плавность движений и артистизм. И, конечно, поднимает настроение. Это заряд бодрости на весь оставшийся день. Очень много положительных эмоций, новые люди, знакомства. Зажигательные латиноамериканские мелодии и нехитрые движения, как оказалось, имеют какое-то удивительное воздействие. Оставаться в стороне просто невозможно. В итоге участие в тренировке приняли не только те, кто пришел сюда специально ради этого, но и случайные прохожие. Капризное небо в субботу то одаряло редкими солнечными лучами, то обрушивалось вниз дождем. Но погодных причуд участники открытой тренировки не боятся. Зумба на площади Пушкина каждую субботу до конца лета. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.